Не, если что-то конкретное там против меня, что касается моей личной персоны в реальной жизни, это, ну, быстро моменты эти решаются. Где бы ни находился человек, в любой точке мира, скажем так, независимости там, на Украине, в Белоруссии, да? Пофиг вообще. Потому что, что касается моей реальной персоны, моего имиджа, понятно, там все там пытаются и под меня копнуть, и как-то ко мне подлезть, пользовавшись мной. Я сразу вижу, кто корыстный человек, кто, ну, не корыстный. Там, у кого какие там, например, интересы насчет меня, искренние или неискренние. Вот, как бы, ну, сразу видно таких людей. И что касается моей личной персоны, моего имиджа, то решается вопрос очень быстро и жестко. И обычно это решается, естественно, по умолчанию, без какой-либо огласки. Ладно, ребят, не будем о грустном. Угу, читер к нам, ты пэшнулся. А тот тип-то сливанулся еще почему? Потому что, ну, реально многие знают, насколько я тяну за слова, насколько я разматываю. Особенно если со мной сцепиться в голосовом чате. Ну, реально человеку трудно вывести будет. Конфликт, скажем так. Кстати, а вот он. На Роллс-Ройсе, ребят. По-моему, это этого чепушила Роллс-Ройс. Ну, давайте попробуем здесь устроиться, черт его знает. Хотя, если честно, у меня немножко желание пропало дальнобойщиком работать. Не просто потому, что... Блин, ну... Немного тяжеловато играть. Вот из-за хейтеров неких. Потому что тоже они, конечно, влияют на настроение. Вот. Я всегда не понимал тех людей, которые, ну... Таким образом к себе затягивают внимание. Кажется... Ай, ладно. Так... И, кстати, насчет Майами, ребят. Ну, попробую. Сейчас попробую тогда устроиться. Я уже забыл даже, как увольняться. Божечки мои. Вот я почему как бы себя тоже ругаю. Ну, не могу тратить много времени на игру. И... Так. Блин, надо спрашивать, как увольняться. Как уволиться, парни. Парни, как уволиться, подскажите... Так, 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 сейчас, может, нам подскажут. А, G-меню, хорошо. Паша, классно, блатят на 0.4. Кого блатят? Так, подождите, тут, походу, опять новые терки. Господи, снова про блат. Или, ребят, мне, может быть, не обращать на это внимание, ну... Пускай мне этот ответит. Походу тоже хейтер, но он хотя бы в себе. Есть хейтеры вне себя, что которым приходится потом в дальнейшем плакать в подушку. Ну, потому что я реально не вижу смысла играть на этом проекте, добиваться чего-то, тратить время, чтобы потом внезапно взять и обосраться. Это то же самое, как... Ну, я, конечно, ребята, вы не думайте, я не считаю там себя президентом, но ко мне такое, скажем, ну, тут внимание от некоторых персон, да, вот как и нашего президента. Некоторые любят нашего президента, а некоторые ненавидят. Вот так же и меня. Некоторые любят, некоторые ненавидят. Если, например, президенту в реальной жизни придет человек и скажет, ты хуй, чмо, блин, да ты... Да, конечно же, к нему сразу примут. Я вообще убьют. Я просто что думаю, может вообще админку попросить, чтобы ко мне вообще не было вопросов. Конечно же, я не буду администратором, но хотя бы наказать я смогу. И вообще, ребята, я на самом деле даже настолько нубяра, я даже не знаю, наказывают ли на этом проекте за подобное поведение. Но я... Считаю, что должны заказывать, потому что тут была затронута реальная личность, настоящая, живая, вне проекта. G-меню. Так, уволиться из компании. Набойщик. Все, ребят, я уволился. Сейчас устраиваемся в эту и будем ездить на сканях. На сканях, кстати, мы еще не пробовали. Обычный работник. Устроился, пойду на скане и попробую поработать. Вот. Да, давай, Рома. Ну чё, продолжаем, да? Насчёт нубяры, да? Я нуб
реально конкретный. Я, во-первых, блин, забываю все команды обычно. Мне нужно, блин, листочек с собой брать. И по поводу Майами прошлого заказа. Я хотел доставить заказ Майами. А потом все начали писать в комментарии, то, что Паша, ну ты дурачок. Майами вообще-то не ходит паром. Ну как бы он ходит, но ты не... Так, цистерну. Ты никак не загрузишься. Вообще никак. Заказов нету. Хреново, обидно. Да не, ребят, я пока что хочу дальнобоем побыть, спасибо. Да и я на самом деле нуб полный в бандах. Спасибо. Всем коллегам привет. Что теперь у нас работает? Да, наверное, у вас... О, кстати, прицеп в тему. Желтая голова и желтый прицеп. Приветствую. Привет. О, фух, тут хоть коллектив получше. Чуть-чуть. Хотя и там был, там просто один индивидуум был, не очень. Блин, я в шоке, что и ночью даже нет заказов. Я как-то днем играл, было, блин, больше заказов, чем сейчас ночью. Что делать вообще, ребят, не знаю. Просто кататься, блин. Здорово, пахан, ты где, Пашка? Привет, привет. Где? Еду на загрузку. А куда ехать, кстати, на цистерну? Взял цистерну, надо писать. А, взял цистерну. Да, ехать. Не знаю. Да-да-да. Слушай, куда вообще мне с цистерной ехать? В порт? Там загрузка будет? А, понял, понял. А можешь сопроводить? Я что-то забыл, где порт. Лёш, можешь сопроводить? Давай я за тобой поеду. Как хорошо, что всегда найдутся отзывчивые люди. Едем, друзья. Поэтому, блин, на самом деле иногда сложно играть под основу. Ну, просто иногда морально сложно, когда есть такие люди, и которые, ну, вот заявляются подобным... с подобной речью, скажем так. Ну, не очень приятно, конечно. Любому было бы не очень приятно. И сразу же теряется немножко. Не то чтобы интерес, а общее вдохновление, общая картинка. Обгон, обгон. О, я что, врезался? Так, загрузка топлива. Погрузка. Конечно, сначала надо взять заказ. Он мне пишет по-любому, что заказа нету. Так, 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 так. Full list. На данный момент активных заказов нет. Загляните сюда позже. Оказывается, вот чем плохие эти ночи. Привет, привет, дружище. А, он меня не слышит. Извиняюсь. Привет, привет, дружище. Привет, Ютуб, на канал Паша Пэл. Ну, господи, ну чё вы учите в школе? Ведь видно, паренек реально, видимо, годков немного. Но он, блин, настолько вот, ну, люди же есть... Ай, ладно. Хорошие и бескорыстные. А есть, которые завидуют и с одним негативом. Хотя было бы чему завидовать на самом деле.
Потому что чем, скажем, ты где-то что-то дальше, тем больше у тебя проблем. Так оно и есть. Ребят, я не знаю, что делать. Как бы, ну, нет заказов. Вот реально, блин. Что делать, не знаю. Ты грузиться будешь, лимит не перевешивай. Не заедешь в гору. Дает мне совет Маша Дудук. Дудик. Извиняюсь. В общем, друзья, уезжаю я с базы погрузки, потому что заказов вообще нету. Как оказалось, ночь — это не самое удобное время для работы. Скорее всего, все заказы не то чтобы разбирают, а просто, не знаю, то ли не работают магазины, то ли еще что-то. Прости, дружище, не могу тебя захватить. Со мной сидит уже Маша. Жаль, что не моя Маша только. Ну вот, если бы моя Маша сидела, было бы... Хотя, ребята, а вдруг это моя Маша? Что она делает? Ну, она как бы бывает тоже поигрывает, просто она не снимает, я ей не даю. Она там вообще теряется. А так играть она тоже иногда поигрывает. Вот. Кстати, если кто-то хотел, чтобы Маша играла, пишите, ребят, в комментариях. Может быть, это реально будет интересная идея. Но у меня, блин, я прошу вас реально огромное прощение. У меня не получилось заснять нормально эту серию, во-первых, из-за хейтеров. Во-вторых, из-за того, то, что, ну, не было заказов таких дельных. И, судя по всему, потому что ночь. Работать надо, ребята, днем. Всем огромное спасибо, ребята, за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. И обязательно для вас что-то будет, наконец-таки, что-то интересное. Увидимся, друзья. Также не забывайте писать в комментариях, куда мне дальше устроиться и где лучше работать. Увидимся, ребят. Пока.